президент Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам из-за растущего числа зараженных коронавирусной инфекцией. Количество зараженных коронавирусом в КЗ растет, но не в геометрической прогрессии. Это значит, принятые решения были своевременны, но пик не пройден. Прошу граждан соблюдать карантин. Благодарю медиков, полицейских, военнослужащих, волонтеров. Важно обратить внимание на их безопасность, написал Токаев в Твиттер. На данный час в стране зарегистрировано 1711 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 401 человек выздоровели после лечения. К сожалению, число погибших достигло 19. Режим чрезвычайного положения по всему Казахстану продлили до 1 мая. Вместе с этим в Нур-Султане и Алматы началось массовое тестирование граждан,